начале матча все втроем бежали и перекрывали все свои. Вот сейчас мы с вами видим передача на Никана Катюняна. И Никана Катюняна отмечается. Также Никан Катюнян очень долго не мог забить. Не мог нигде не взять ворот. Сейчас 10. Гол ворота футбольного клуба «Самвелища» забил игрок под номером 7. Ворвется в Катюнян. Но догнать Скалыша уже навряд ли получится, поскольку Максима Скалыша 17 взять еще. А гигант Катюнян сейчас забивает всего лишь 10-й мяч. Всего лишь 10-й, говорю я, половину больше футболистов. Вот он сидит. Только мечтать о таком показателе. И сейчас гигант Катюнян догоняет Зорана Марушича.